Всем привет, Blender 2.91, и загорелся я сделать вот такой вариант, как на скриншоте. Ролик показывать не буду. И как это все можно сделать, опять же, по-примитивному, ну, чтобы комп красиво все это дело преподал и не так все это дело гадко выглядело, да? Ну и не тяжелая была штукенция. Значит так, Delete куб удаляем. Камеру свет отключаем. Единица на нампаде Shift A Mesh. Добавляем план. Теперь заходим в Edit Mode. Единица на нампаде Move. Включаем E, английская, щелчок левой кнопкой мыши. Вытягиваем вот этот, значит, полигон. Английская А. Сразу придаем вот этому всему нормальный размер. Ну, ту форму, которая будет нужна. Вот, допустим, пойдет. Типа моря. Теперь выбираем верхний полигон. Это переключаемся на полигоны. Транспоз можно выключить. И правая кнопка мыши Subdivision. Так, Ctrl-Z. Давайте добавим еще ребро. Информация, опять же, с полей YouTube. Ссылку на это дело выложу в описании. Ну, давайте два ребра добавим. Не помешает. Так, теперь выбираем полигоны. То бишь верхний полигон. И правая кнопка мыши Subdivide. Добавляем вот в этой панели, в боковой, до 10. Опять сабдивайдим и еще раз побольше прибавляем, чтобы волны были и отпечаток от, как, ну, от нашего объекта, когда он будет нырять, был четкий. Создаем теперь вертекс группу. Называем ее, допустим, вода. Enter и Ascension применяем вот к этому выбранному полигону. Так. Object Mode. Добавляем тебе модификатор Displays. Ставим за место Normal по Z. Добавляем в нашу группу вода. Теперь. Так, это прибавляет, уменьшает локально. Добавляем текстуру. Переключаемся, выбираем, где текстура Image on or Move. Выбираем Clouds. И настраиваем, вот здесь вот ее ставим поменьше. Так, это побольше она идет. Вариацию здесь вот поменьше, чтобы вот так вот волны были нормальные, неплотные. Так, теперь что еще можно сделать? Заходим в модификаторы и вот эту Strange уменьшаем. Получается вот такое море. Значит, сабдивизии. Вот волны можно делать большими, шторм даже. Так, ну сделаем небольшие волны, типа, ну вот так вот. Пропишем теперь анимацию. Значит, выбираем первый кадр. Заходим в текстуры, находим наш вот этот клоц. И вот здесь size вариации. Вот они. Ну, допустим, ставим на 54, прописываем. Ставим вот здесь вот, прописываем вот этот size. Появляется у нас вот этот первый кадр. Ну и на сотый кадр ставим, ну, 75 пускай. Ставим 100 кадров в таймлайне. Смотрим, что получилось. Ну, вот такая получилась вода. Можно ее, конечно, переделать в другом направлении. Это уже перепишем, допустим, вот этот 50-й кадр. Так, вариацию Delve на 1. Нода это
Тоже можно уменьшить ее до 9. Тоже где-то прописать. Вот нормально так слегка вроде волнуется море. Так. Так, что тут происходит? Так, на первую поставлю чуть-чуть поменьше. Нормально, вот таким вот образом. Чуть поспокойнее на море надо сделать. Это, допустим, было 54. Давайте 49 пропишем. Вот она слегка будет волноваться, типа вот так. Ctrl-Tab выбираем. V английская и ставим по вектору. Ну, чтобы переход мягкий был. Ctrl-Tab. Так. Таймлайн назад заходим. Все хорошо. Добавляем теперь или рыбу, или акулу. Ну, там по зависимости. Я вот хочу сделать с акулой или с пираньями, чтобы они как бы вот река. И выпрыгивала такая стая этих пираний. Теперь Shift A. Почему-то я в Sculpt Mode перешел. Добавляем Shift A. Находим Mesh. Давайте Monkey. Вот она у нас обезьяна. Делаем ей S. Единица на нампаде. G. Ну, какую-нибудь примитивную сделаем анимацию. Давайте. Значит, на первом кадре она на месте. И локация на 20-м. Значит, G. Она появляется из воды. И локация. Вот так. Теперь на 30-м. Так, куда она будет прыгать? Ну, давайте вот сюда. G наверх. И локация. На 40-м опускаем ее. G в воду. И локация. Ну и 60-й типа она уходит G под воду. Так, даже на 50-м на G. И локация. Вот такая штука. И первый кадр. Shift D на последний, чтобы она возвращалась на исходную точку. Вот она прыгает. Смотрим. А вот следов от нее не остается. Для этого делаем вот этому морю физику. Dynamic Paint, это будет Canvas Holst. И будет этот холст работать вектором, антиалязинг. И за место Paint ставим вот эти, ну, как разводы. Теперь выбираем Сюзанну, ставим ей Dynamic Paint, выбираем уже кисточку, Add Brush, ну и оставляем все в таком духе. И вот вы видите, вода начинает вот создавать какие-то волны тут. Вот такая штука. Теперь нужно разобраться, как сделать, чтобы из всего этого брызги вылетали. Кто знает, подскажите. Ну вот покамест вот такой вариант. Теперь что можно сделать? Давайте Monkey поставим, значит, красный цвет. Ну пока. Пусть она будет красная. А вот этому океану новый, значит, материал ставим, ну, синий. Заходим в отображение вот этого шейдинга. Viewport шейдинг. И заходим в шейдинги. Настраиваем прозрачность. Значит так, что тут нужно выбрать? Выбираем материал вот этой воды. Опускаемся вниз. Значит, Backface Cooling, Screen Space Reflection ставим на 0. Так,
0.0001. Теперь ставим за место Opage, значит, Alpha Blend. А здесь ставим Shadow Mode. Это Alpha, ну, клип давайте. Так, уменьшаем альфу в настройках. Вот уже прозрачность. Добавляем трансмиссию. Так, не эту, по-моему, вот эту. Вот. Можно до конца. Так. Вот такая штука получается. Теперь что вот этот шен уменьшаем. Добавляем, значит, металлик, спекуляр убираем и рогнес вот это уменьшаем тоже. Можно добавить просто шейдинги воды сделать. Вот, вот эту всю заменить. И полазить, найти шейдинг воды, чтобы она была реалистичная. Ну вот теперь монки под водой. Можно добавлять. Так, свет еще можно добавить. Значит, добавим сон. Добавим 8000. Так, направление R как-то отрегулируем G. Так, layout. Получается вот такое неплохое море. Внутрь, если добавить сейчас именно план или добавить, ну, план и песок. Песок, камни, водоросли, допустим, добавить. И вот пустить сюда дельфинов, рыб, акулу, кого угодно. Значит, так, выбираем камеру. Семерка на нампаде. Допустим, G сюда ее. R. Перекручиваем единица на нампаде. R. Так, Ctrl-Z. G. Подставляем где-то вот так. 0 на нампаде. G. R. Ну вот можно сделать вот такую сценку. Оттуда плывет дельфин. И вот он ныряет и здесь вот проплывает по дну. Можно камеру побольше сделать размер. Можно ее поставить также вид как бы сверху. Единица на нампаде R. Чтобы видеть и верх, и как бы низ. Так, это значит G. Многовато. R. G вот так как-то. Ну вот уже получше. Видно и дно будет. И верх событий вот этих. Где-то вот так вот даже. Итак, как настроить вот эту вот воду более-менее правильно, кто знает, подскажите. С этой информацией я еще буду разбираться. Но если сейчас вот Shift A добавить mesh, добавить план и сделать ему, допустим, S. Вот так. Так, единица на нампаде. Ну вот, и добавим, ну, допустим, желтый цвет. Типа песок. Вот уже добавляем водоросли. И вот сзади какую-нибудь еще штукенцию добавить в воде. Пузырьки можно добавить вот отсюда. Итак, вот пока такая информация. Надо с этим делом еще поработать будет. Добавить сюда анимацию, допустим, рыб. Ну, пираньи пусть плавают. Или дельфина сделать заанимированного. Пустить его по пути или просто прописать ему вот так вот анимацию. Что еще можно добавить? Водоросли, добавить там камней, текстуру песка. Задний фон как-то дооформить. Ну, не знаю, поставить горизонт, картинку какую-нибудь. Вдали там можно остров поставить. Ну, преобразить это дело.
Ну и поработать опять же с текстурами, вот с этими шейдингами, добавить нормальный шейдинг воды, как-то где-то полазить, надыбать информацию. Тем более это уже с анимацией вода. Брызги вот еще добавить тоже надо разобраться. Так что подключайтесь к дальнейшим вот этим вот экспериментам. Если кто-то что-то знает, подскажите. Все, всем пока.